Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена Кравченко, и в следующей лекции мы с вами поговорим про новый документ «Акт о приемке 452 формы». Документ обязателен к применению с 2024 года и предназначен для отражения факта приемки по закупкам, информация о которых не размещается в реестре контрактов в единой информационной системе. Документ сложный и в плане его формирования, и в плане подписания, и в рамках нашей видеоконсультации мы постараемся с вами ответить на самые больные вопросы формирования, применения и подписания этого документа. Смотрите видеоконсультант.